Коммунист ругательство, демократ ругательство. И патриот уже с душком. Нашли его. Оказывается, Николай II, бедный мученик, а? Прям под дулом пистолета подписал отрешение от престола. Кто тебя заставлял? У тебя войска, армия, государство, казна, третья охранка. Расстреляй большевиков, разгроми немцев. Двигай на Османскую империю, ведь русская армия стояла в разрубе. Конница Дибича шла на Константинополь. Была победа, все. На Ближний Восток вышли русские. Вышли на границу с Ираком. Теперь твоя армия держит победу, а он... Александр Федорович, здоровье. Саша, ты как твое здоровье? Саша, дочь пита. Да, Российская империя, наплевать на нее. Вот. И этому царю ставит памятник. В Тбилиси служил 2 года, ни одного слова не мог по-грузински выучить. Настолько я антисталинист. Ведь язык неплохой. Я там был 2 года, но не мог, ни одного. Я бы за 2 года выучил бы моментально, потому что я выучил и за меньшее количество времени. И там и следа обитания, то есть, что еще на другом грузине, телевидение, радио, ни одного слова. Настолько я вот ненавижу этот режим, когда все подавлялось, все уничтожалось. И почему я их сегодня не люблю? Они все дети Сталина. Слабые и трусливые. Только насилие. Насилие, насилие, насилие. С силой. 91-й год силой. 93-й год. Но как могут голосовать за президента, который стоял в парламенте? Но не в одностной мире, это же Тбилиси, это дальше некуда идти. Только это одно, расстрелять собственный парламент, и нам говорят, рейтинг высокий. Никто слова плохого не скажет про коммунистов. У меня будет всеобщее примирение. Люди вздохнут, тишина. Коммунистам спокойно, демократам спокойно. Ельцин отдыхает, научим его рыбу ловить, научим с полтораннем. Пускай сидят подавить что-то на озере, завидово. Водку мою пускай пьют, только мою, чтобы знали, кто это все дал.